Стоп. Тебя что-то беспокоит? Система охраны работает. Уходим! Трое, прячься! Мы уже долго им занимаемся, но он так ничего и не сказал. Он не ломается. Что ж, хочешь сделать что-то хорошо? Сделай это сам. А, ты очнулся? Отлично. Как мило, у нас тут вся семья в сборе. Не хватает только нашего молчаливого друга. Где Киган? Ты же знаешь, я ни хрена тебе не скажу. Нет? Посмотрим, может, передумаешь. Нет! Полегче, молодой человек, вами я займусь позже. Логан, посмотри на меня! Посмотри на меня, сын! Да-да, смотри на него. Вот так. Покажи ему, сколько боли он тебе причиняет. Интересный человек твой старик. Он отправляет на смерть собственных людей, чтобы спасти свою шкуру. Черт возьми, Рорк! Это наше с тобой дело! Не впутывай ребят! Ты говоришь со старшим по званию, лейтенант. Соблюдай субординацию. Ты никогда не был одним из нас! Ты не призрак! Это потому, что я лучше тебя. Я всегда был лучше тебя! Но ты... Ты называешь себя призраком! Ты ничто. Ты и твои сыновья. Вы трупы. Твое имя умрет вместе с тобой. Он еще дергается! Он никогда не говорил тебе не целиться в людей! Но ведь и выстрелить можно! Вот и все! Еще немного. Вон туда. Черт, Рорк, стой! Отца! Логан! Логан! В тебе что-то есть, парень. Мне это нравится. Рисковать, чтобы защитить своего капитана. Ты мог бы у него кое-чему научиться, Элиас. Он мой сын. Что ж... Сейчас он увидит, как ты умрешь. Убью тебя! Ты слышишь? Я убью тебя, сукин ты сын! Разорву на куски, ублюдок! Я горжусь тобой, Логан. Все будет хорошо. Ты прав, Элиас. Я не призрак. Я тот, кто на них охотится и отправляет их на тот свет. Младший боссу нужен живым. Ребро сломано. Но идти могу. Нам нужно торопиться. Киган, мы в пути. Поторопитесь. Есть. Встретимся на кухне. Нам нужно попасть в западное крыло здания. Там у нас больше всего шансов выбраться.
дверью какой-то шум. Действуем быстро. Все чисто. Скоро уже будет. Хватай рацию. Мы можем от них немного оторваться. Кажется, нас услышали. Послали к нам еще солдат. Слышь, ты где находишься? Иду к кухне. А что? Я уже почти там. Вам лучше где-нибудь спрятаться. В вашу сторону направилось очень много этих ребят. Сколько? Слишком много. Давай. Игорь, теперь нужно спрятаться. Черт, подними его. Давай сюда быстрее. Готов, ложись. Выключи рацию. El ruido venía de ahí. Revisen las esquinas, no dejen nada a la suerte. Rodrigo, mira ahí. Ahora mismo. Сидеть тихо. Их будет еще больше. Тихо. Мы не можем все двигаться. Несколько моих грузов пропали. Верните их, я люблю их племен. Вы окажете своей стране военную службу. Мэр, Лоба, если вы меня слышите. Удачи. Спасибо за пожелание, козел. Постойте, их становится все больше. Мы не сможем их обойти. Ждем, пока подойдут. Ладно, Киган, начинаем. Враг на один,
нужно пройти через ворота. Ясно. Объект 10 метров. Эй, а где Райли? Шум подняли быстро. Я не видел его с тех пор, как мы здесь. Сколько еще? Уже немного. Держись с левой стороны. Мы почти вышли. Ты как Мэри? Порядок. Но нам нужно уходить, пока нас не засекли вертолеты. Если выберемся на улицу, я найду нам транспорт. Потихоньку. У них численное превосходство. Объект через 40 метров. Прошла на скорость. Логан, сможешь его понести? Нужна огневая поддержка! Цель на один час! Стреляйте по вертушкам! Thank you.
Так на два часа. Через 40 метров. Мы уходим! Центр, это принц 2-0. Загрузка окончена. Возвращаемся на базу. Вас понял. Молодчина 2-0.